Снова не пошел. Совсем не интересно. Аврора Давидовна заслуженный учитель. Я попросил назвать столицу Бутана. Она сказала пропан. Но на переменах. Общение с ребятами. Игры, в конце концов. Вчера они играли в плевки. Как это? Кто дальше плюнет? Ну совсем мне учиться нельзя. А я учусь. Сам. Нужно учиться в школе. Зачем? Чтобы окончить школу с отличием, поступить в институт. И что потом? А потом ты сможешь устроиться на престижную работу и стать достойным человеком. Дядя Гена окончил 2 института. У него престижная работа и большая зарплата. Но он недостойный. И не человек. Если я буду заниматься ерундой и думать о всяких зарплатах, я не успею сделать свое важное. И меня засыпят землей. Есть кто живой?
Есть кто живой. Всяких полно. Живых мало. Чего так кричать? Предупреждаю, от кого попало комплименты, не принимаю. Много вас шастает, а я одна. Но я и не собирался делать комплименты. Что? 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 Богиня! Позвольте мне принять идущего. Ха. Позволяю. Идешь? А стоит ли? Оно того стоит. А о последствиях задумывался? Может вернуться, пока не поздно. Хотя, не ты первый, не ты последний. Ноябрит. Эх, ноябрит. Надейтесь на желтый камень. Пиу! Мы переберемся жить к вам. Готовьте хлеб-соль. А веришь ли ты теорию заговора так, как видят в нее твои слепые соплеменники? Мы повсюду расставили легионы пастухов. Конспирологи, эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Субтитры сделал DimaTorzok.
Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас! Все ради вас! Выбирай, кем хочешь быть обманут! Одной части стада мы рассказали о гнусных и жадных банкирах, которые хотят поработить, отобрать газ и нефть, землю и деньги. Только все это вы отдали давно. Как можно отобрать то, что вы отдали сами, добровольно? Другой части стада мы сказали: вы умны и продвинуты. Неужели вы поверите в чушь про теорию заговора? Посмотрите, как смешны те вереси и бараны! И пока вы с пеной у рта сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени и работает без всяких теорий, как часы. Тик-так, тик-так. Прав ли я, богиня? Ты всегда прав, достойнейший сын Завета. Слушай, давай к нам. Работа у нас не пыльная, обеспечение на высшем уровне. Будет все, что пожелаешь. Кто вы? Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Кто вы такие? Ты будешь нашим королем. Куда? Беги, беги. Бежать-то некуда. Все дороги ведут в Рим. Указатель все. Вот то ж и прут по указателям, не зная дорог. Не задумываясь, кто поставил указатели, зачем поставил и куда они приведут. И ты ж не все. А кто ты? Так и ходят по кругу. Спорят, доказывают. Изменяют мир! Не зная ничего, позволяют себе иметь мнение по любому вопросу. И каждый считает, что именно он знает, как нужно. Я что, умер? Смерти нет. Мы между. На другой частоте. Отсюда все хорошо видно. Любая ложь здесь на выворот. Ничего не скроешь. Давай подкрепимся, но туда и не пойдем. Нас ждут иные пути. А кто и зачем поставил этот указатель? Понимаешь, у нас две беды. Дураки и дороги. А еще есть одно горе. Когда дураки указывают дороги. Рожденные ползать страсть, как любят учить летать. Уф. Да, так мы далеко не дойдем. Примеряй. Потребить до начала битвы конца. Просрочено.
всю дорогу вел? Или, как обычно, халтурил? Обижаете? Ни на шаг не отстал. Вы же меня знаете, я суровый профессионал. Но вмешался свой. Он тоже пас от самого перехода. Тебя обнаружили? Обижаете. Я же легче ветра, тише одуванчика. Ой, ладно. Мои люди продолжают наблюдение. Прикажете ликвидировать? Чего? Тебе бы ликвидировать кого-нибудь. В наших силах ликвидировать вообще всех. Но в чем тогда будет наш смысл? Кем управлять и при помощи кого осуществлять план? Ты столько лет над одеялом, а так ничего не дошло. О, совсем другое дело. Ты нам подходишь. Подхожу для чего? И кому это нам? Это что, ты будешь моим учителем? Учителя – это низшая форма передатчиков знаний. Тот бред, что кишит в их головах, и знаниями-то не назовешь. Они читают и заучивают, не понимая смысла. Приучают к системе, заглушают сердце и заставляют слушать желудок. Избегай их, они заразны. Передатчики знаний? Выше стоят преподаватели. Их задача – преподать урок. Преподать. Обрисовать беду до того, как ты столкнешься с ней. Над всеми возвышаются наставники. Они создадут проблему и наставят на пути ее преодоления. Передадут самые ценные знания, ничего не требуя взамен. Что это? Ау! Где ты? Там были грабли. Это я их подложил. Но мне же больно. Ты получил шишку на лоб и опыт за плечи. Шишка пройдет, а опыт останется. Задача наставника не рассказать, как избежать беды, а наставить на ее преодоление. Ну и на самом верху изобретатели. Они ничему не учат. Они заняты обретением из. Что? Точно подходишь. Да кому это нам? Кому-кому, надо кому. Многие знания, многие печали. Всему свое время. Вперед! Подмени. Скоро буду. Следи в оба.
Кому спишь? Себе, то есть не сплю. Спишь, спишь. Все вы спите. Издеваемся над насекомыми. Нет, истерику, чтоб не ссорились. Какое полезное дело. Сам-то чего? Что ищем? А я давно предлагал установить для новичков поясняющие таблички. Восхитительная система ловушек и препятствий. Мелкие на каждый день и для каждого. Крупные для времен и цивилизаций. Аттракционы невиданной подлости. Фестивали просроченной жадности. Оглушительная какофония из любви и ненависти, трусости и героизма. Станьте участниками грандиозного оркестра, бесконечно настраивающего свои трубы, но так никогда и не начинающего играть что-либо внятное и гармоничное. Все музыканты оркестра увлечены погоней за блестящими бессмысленными штуковинами. Каждый расталкивает каждого, чтобы получить свой билет первый ряд на проигранные места. Только у нас, только сейчас и во веки веков. Почти бесплатно, просто вы не положь. Душу за други своя. И зачем ты мне мальца перепужал? Пусть знает, куда попал. Не помню. На словах просили передать. В верхней планке больше нет противостояния. Голубой и красный объединятся. В нижней желтый и синий притворятся врагами, но тоже пойдут вместе. В средней фиолетового ждет гибель из-за зеленого. Тоже мне открытие. Все это и без них знаем. Передай, пусть лучше воду не отнимают, и так обложились со всех сторон. Земли полно. Воздух почти весь у вас. Огонь сами тушите. Еще и воду не отнимать. Дерзить мне вздумал. В лягушку превращу и в Париж отправлю. Ха! Чихали мы на ваши парижики. Пули в канцелярию. И про воду не забудь. Это не просьба. Ну кого там несет в это чертово время? Хо-хо! Какие человеки! Одежду на трембель. Очередной? Последний. И ты в это веришь? София всех дочерей потеряла. Вздор. Все дочери живы. Тебе видней. Ну? Чем богаты? Мы люди не гордые. Нет хлеба, подавай пироги. Да какие там пироги? Простых абрикос не едовал. Да что там абрикосы? Хлеба не видел сколько лет. Раз в месяц присылает гуманитарную картошку. Вот и все пироги. Какой-то он... Живой. Я тоже когда-то живым был. А теперь вон, кроссворды решаю. Правитель бездарно проигравший страну в шахматы. 5 букв по вертикали. Ленин? Да нет, не подходит. Гроссмейстер. Думал, с ним в шахматы играли. Какие новости? Да какие новости? Налаживается все потихоньку. 7 лет назад отменили отчество. На днях вышел закон, отменяющий имена. Каждый получит персональный номер. Теперь удобно будет. А то ходила куча одинаковых. Андреев, Татьян да Степанов.
Результаты войны пересмотрели, всему миру показали, что мы мирные и дружелюбные. Теперь вместо Дня Победы будем отмечать День Примирения. Позавчера закрыли последнюю больницу. Они нам больше не нужны, так как с нами Светлейший, болеть больше не будем. А что это за звуки? Похоже на взрывы. А, это война на западном входе. На диванах лежали, вставать не хотели. Пусть теперь сами воюют. Главное, что у нас тихо. Южный вход. Да-да. Все тихо. За месяц пару бродяг и все. Так точно. Служу стабильности. Фух. Ладно, нам пора. Переночевали, ветры лютые. Спасибо, но времени у нас в обрез. Нужно в путь. Дело хозяйское. Какой квадрат определять? 3,8? Нет, 1,6. Мальца позывной. Как записывать? ЗГА. Боже, искра. А за окнами сыпучая, с ног валящая пурга. ЗГИ не видно. Знать бы, к случаю, что на такое ЗГА? Ты как-то был холоден с ним. Я думаю, вы друзья. Мы могли бы у него в сторожке переночевать. Когда-то казалось, что друзья. Но вмешалась госпожа Жадность. За ней прискакал товарищ Обман. И оказалось, что другу просто казалось. Переночуем в лесу у речки, на земле. Земля не обманывает. Он что, обокрал или обманул тебя? Что-то вроде того. Я зла не держу, но и с открытой душой к нему уже никак. Вот негодяй! Нужно было отомстить ему. Желающий мстить должен рыть две могилы. Тому, кому мстишь, и себе. Месть вообще-то женщина нехорошая. С ней лучше не связываться. Я не понимаю. Почему не рассказать все это людям? Пусть все знают, как устроено. А никто не поверит. Более того, рассказывая правду, рискуешь быть объявлен дураком. Ведь у тебя нет высшего образования или ученой степени. Ну вот, знай и молчи. Стяжай смысл и расставляй вокруг. Вон светлячки. Они все знают. Но молчат, светят вовсю, стараются, держатся до подхода основных сил. И ты держись. Степь все даст сама. Чай пить будем. Шиповниковый. Отойдем, да поглядим, хорошо ли мы сидим. Отойдем, да поглядим, хорошо ли мы сидим. Держи. Это что? Это лук. Я знаю, что это лук. Так ешь молча, чё спрашиваешь? Просто так? Ну хочешь, можешь танцуй и подпрыгивай, как пожелаешь. Мама будет переживать. Не будет. Тебя там нет всего с полсекунды. Все, спи давай.
Земля холодная. Почки простудишь. Новые выдадут. Спи. Что? Прям все время совсем ни о чем? Да ерунда всякая. Какие-то наставники, муравьи. Бред, в общем. Как раз то, что глупцы считают бредом, и является наиболее важным. Да, глупый человек? Обижаете. Обижаете. Тебя разве возможно обидеть? Разве у тебя, кроме желания хорошо пожить, еще что имеется? Зато с такими качествами я ценный и незаменимый исполнитель. У нас незаменимых нет. Ты талантливый соглядатай, но все же просто соглядатай. Вот и наблюдай, и понимай, о чем они там ведут. Муравьи. Меня больше интересует, что говорит мальчик, а не этот затерявшийся. Придумай легенду, преобразись, наконец. На жалость больше дави. У этих сострадания хорошо развито. Они мучеников любят. Прекрати! Понабирает по объявлениям. Всему учить нужно. А куда мы вообще идем? Слушай, ты про Варвару без носа в курсе? Так ты быстро нос потеряешь. Ничего, новый выдадут. Нахватался, да? Застегивай лицо. Это что, плохие? Издали все люди кажутся неплохими. Проверка документов. Предъявите паспорта. А с чего вы взяли, что у нас есть паспорта? И вообще, что они нам нужны? То есть как это? У всех есть паспорта. Абсолютно у всех. Возможно, они нужны тем, кто ничего не знает о себе. Уверяю вас, мы совершенно точно знаем, кто мы, откуда мы и зачем мы. И нам не нужны бумажные напоминалки о себе. Нет, ты видел эту новость? Ой, да оставь их. Обычные бродяги. Мы сегодня и так после смены задержались. Если еще с этими провозимся, так вообще можем опоздать на установку. Сегодня же премьера нового ток-шоу. Кто там у вас? Двое. Что нарушают? Ничего не нарушают. Перемещаются без документов. Ведите. Черт возьми, зачем? Пройдемте с нами, пожалуйста. У меня инструкции. Терять эту работу я не намерен. Да за эти вшивые 50 штук, чтобы я еще так напрягался? То есть, вы приглашаете нас к себе в гости? В гости, в гости. Погостите чуток, там разберутся. Что теперь? А ничего. Все будет правильно. Да уж, просто замечательно. Еще не выйти в колонию, а уж об арестованном. Все будет правильно. Запомни важное. Все, что найдет, ловушка. Все, что на выбор издох, западня. Уворачивайся, уклоняйся. Из двух предлагаемых вариантов всегда выбирай третий. Заставляют бросить монету. Бросать так, чтобы она стала ребром. Не бери ни хорошее, ни плохое. Ищи правильное. Если требует сделать выбор, то что добро на зло. Выбирай любовь. На, понеси хоть немного. А то небось жрать все это припрешься. А несу я один. А ну пошел. Отстали! Тихо-тихо-тихо, граждане, стабилизируемся. Все мы патриоты, давайте не ссориться. Вы не арестованы, а гости нашего славного города. Управляющий сектором продажи полезных ископаемых проявил пессимизм в отношении перспектив развития отрасли и был отстранен от исполнения должностных обязанностей. Очень славный город. Ну зачем ты его дергаешь? Зачем?
я теню. Зачем? Работает оно как-то, и пусть работает. Ты забыл, каким трудом нам досталась стабильность? Я чиню. Что за народ? Постулат надежности гласит: все, что может сломаться и подвести, сломается и подведет. Я бы не рекомендовал произносить вслух такие вещи. Это очень нестабильно с твоей стороны. И опасно. Какой странный дом. О, это не дом, малыш, это дворец. Дворец мыслителей, гордость столицы. Лучшие умы современности состязаются в нем в остроумии и мудрости. Решают, как обустроить колонию, и по заказу Светлейшего разрабатывают новую государственную идеологию. Ух ты, как интересно! А можно и нам приобщиться к остроумию и вкусить мудрости? Я даже не знаю. Вы можете помешать, сбить с мысли в конце концов. Идеология штука тонкая. Требуется сосредоточенность и серьезнейший мозговой штурм. Мы тихонько одним глазком и снова гостить. В вашем славном городе. Ах, может, послушайте мудрых людей, да сами ума разума наберетесь. Я надеюсь, вы запомните наше гостеприимство. Еще как запомним. Наши гости посетят конференцию, а после проводите их смотрящими. Покажите нам отечество отцы, которых мы должны принять за образцы. А я вам говорю, господа, жизнь простого человека должна стать базовой ценностью. Приоритете уровень и качество его жизни. Доступно всех без исключения. Социальных благ. Все, кто это затевают, затевают вот это все этим людям, я адресовываю. Доиграйтесь! Ступайте, сударыня. Ну, за здравый смысл. Не тёкай! Товарищи, изобилие возможно только при социальном равенстве и общественной собственности. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Наше! Вот секрет счастливой жизни! Да ну его мать нехай! Незыблемый прав и личная свобода человека и гражданина. Мое! Вот идеал счастливой, сытой жизни. Плюрализм и плинцит. Доиграйте. Притормозите, друг мой. Ваши идеи деструктивны. Долой эксплуататоров. Уважаемый, вы забыли, что кроме мое и наше еще есть свое. Совместное бытие, общинное устройство, артельный принцип производства, круговая порука. За вину одного отвечают все, но и все разделяют успех каждого. Не лживое наше и уродливое мое, но гармоничное свое. Что? Ты кто такой? Профессор, академик? Доиграйте! Ученый степень есть? Все? Ничего нема? Добро пожаловать отсюда! Теперь понятно, кто поставил тот указатель? Идиот! Если палец показывает на небо, глупо смотреть на палец. Идиоты! Как мне дороги
Подмосковные вечера, если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Сколько раз говорить, чтоб без стука не входили? Это что за шушера? Завхоз велел доставить. Задержанные без паспортов. Нарушаем, значит. Так сказать, бросаем вызов. Мы ничего не бросаем. Просто идем. Очень интересно. А куда идем? Вы про Варвару без носа услышали? Здесь я задаю вопросы. Почему паспорта не оформили? Они нам не нужны. Зато нам нужны. Вот и оформляйте себе. Кто ж не дает? Бунтуем, значит. Здесь каждый должен быть учтен. Система – сложнейший механизм. Самодеятельность недопустима. Ты забыл, какой ценой нам досталась стабильность? Мы под вашей стабильностью не подписывались и вашей системы не принимали. Что? Ты чего себе возомнил? Кто ты такой, чтобы оценивать систему? Думаешь, там наверху дураки сидят? Я думаю, наверху сидят полнейшие кретины и редкостные подонки. Что? Значит так. Этого на подвал мелюзгу вышвырнут за пределы города. Тоже хочется. Первый раз вижу, чтоб человек сам в тюрьму рвался. Ну что ж, посиди. На подвал обоих. То наша жизнь – игра! Держи стены. Я вообще ничего не вижу. Вас-то за что? Вроде с виду приличные люди. Небось, усомнились. В верности курса на еще более полную стабилизацию. Просто паспортов не имеем. Понятно. Рагму не хотим принимать. Чего? Ну, печать зверя. Похвально. Только бестолку. Это почему уж бестолку? Ну а как вы там без паспортов, Харагма? Ни купить, ни продать. С пустым желудком долго не протянешь. Кстей все даст сама. Можно грибами, ягодами запастись. Овощи, абрикосы те же. Тише. Забудь это слово. Какое? Ну вот это. Последнее. Которое ты имел. Неосторожность произнести. Абрикосы, что ли? Вы, ребята, бойкие, как я погляжу. Как знать, может, и пропетляете. Партизанщина. Романтика. Если пропетлять, лучше этого места не найти. Тут паспорта не требуется. Сиди себе, да сиди. Некогда нам сидеть и скучать. И как нам теперь выбираться? Да очень просто. По ступенькам поднимаетесь и выходите. Сквозь двери и замки. Да. Ты здесь либо впервые, либо давно не был. Это раньше в тюрьмах были замки. А с приходом стабильности пришлось затянуть пояса, и в целях экономии замки упразднили.
Попадающие сюда даже подумать не могут, что выход открыт. Надо же. Так а ты почему не уходишь? А зачем? Живому человеку везде тюрьма. Что в камере, что там наверху. Здесь сердце ничем не успокоится. Я домой хочу. Жду, когда заберут. Ну что, попробуем прорываться? Наверху берите левее. Через железку, мимо корпусов и... Освоясь. Спасибо. Я хлесткий был. Бывало, соберется драка район на район. Все с цепями, арматурой, кастетами. Чую, крови будет. И тут я через забор и огородами. Никто догнать не мог. Я тоже такие мероприятия посещал. Всегда с собой брал самое большое бревно. Как драка завязывается, я бревно бросаю и налегке. Все за мной бегут. Что-то кричат, руками машут, а догнать не могут. Дистрофики. Да не шуми ты, никого там нет. Кошачье лазит. Ненавижу котов. Указывать не будешь, когда дослужишься до старшины. Понял? Слушаю тебя. Но времени у меня мало. Времени у всех мало, у меня еще меньше. Говори. Балансы нарушены. Вы переусердствовали. Медведь при смерти. Ни о какой игре в таком состоянии речи быть не может. Я понимаю, что такое сценарий, но вам самим разве интересно играть с мертвым противником? Что предлагаешь ты? Вернуть медведю часть силы. Убрать из управления всех этих недоумков. Созвать смыслоносцев, расставить и играть по-настоящему. Предложение интересное. Но ты же понимаешь, что решение принимаю не я. Но сообщить и повлиять на принятие решения ты можешь. Я подумаю. Взамен отдай мне мальчика. Может, тебе еще и назначение отдать? Никаких взамен. Вот наглость! Конец связи! Каждый мой трек равен всем стихам Пушкина. Любой нормальный паца за меня сотрет в дружку. Мой по жизни девиз утопить во всех на вок. Вам всем до меня далеко, я во всех перерос. Гайгур, гайгур! Прерываем культурные посиделки на ежевечернее обращение светлейшего резидента. Устройтесь удобнее, не думайте и представьте что-нибудь хорошее. Дорогое население, в истории нашей колонии было немало трагических страниц и тяжелых испытаний. Мы все ожидали перемен, перемен к лучшему. Несмотря на трудности, нам удалось встать с колен, выстоять и сделать нашу любимую колонию стабильной.
процветающим. Да, наши эффективные менеджеры еще не добились полной диверсификации экономики. Да, проблем множество, но врагов еще больше, и они не дремлют. Безудержно, не побоюсь этого слова, маниакальной одержимостью, они вставляют палки в колеса нашей макроэкономической стратегии. Они пытаются поколебать наше единство и ежедневно посягают на самое святое – нашу стабильность. Они раскачивают лодку, несущую нас по волнам к свободе, равенству и братству. Как ни горько признавать, но мы стали слишком хорошо жить и не проявили достаточного понимания сложности и опасности процессов. Мы перестали уделять должное внимание вопросам внутренней устойчивости и безопасности и позволили коррупции, рождаемой врагами, поразить целые отрасли нашей системы. Но мы выстоим, непременно выстоим, и назло каждому врагу продолжим осуществление наших реформ. Нам не впервые терпеть лишения и затягивать пояса. Каждый житель колонии должен быть еще более эффективным, должен действовать своевременно и профессионально. На создание новых, современных и реально стабилизирующих средств уйдут долгие годы и потребуются миллиардные вливания. Мы должны усовершенствовать и увеличить количество сотрудников надзорно-карательных органов. А главное – слушать и слышать потаенные мечты каждого жителя колонии. Нельзя не упомянуть и о положительных явлениях нашей жизни. Население объединилось, и мы это видим вокруг патриотических интересов. Готовность работать ради колонии, сердечная, искренняя забота о ней – вот что лежит в основе этого объединения. Хочу, чтобы меня услышал каждый. Меня не покидает уверенность, что вместе мы обязательно преодолеем все трудности и снова будем видеть радостные лица наших соплеменников. Нужно просто немного потерпеть. Спасибо за внимание. У аппарата. Здравия желаю, господин. Есть строжайший выговор. Будет сделано. Служу стабильности. До патрульного. Собрать весь командный состав. Объявить в розыск беглецов. Немедленно. У нас ЧП. У нас ЖП. У нас ЖП. Куда они направились? Точно не туда, куда направляетесь вы. В твоих интересах рассказать все, что ты знаешь. Я много знаю. Долго рассказывать. А мне домой пора. Ведущий аналитик Центра стратегического отступления, кавалер Золотого Стабилитрона Иларион Кузьмич Решето. Наших зрителей волнует, что же происходит, чего ждать? Обострение отношений по всем фронтам. Обстановка требует детального анализа. Девальвация, модернизация, индекс Доу Джонса разрушает санкционный климат.
Какое безобразие! У населения нет понимания сложности процессов. Науськивание, очковтирательство. Все это компрадорство. И не надо думать, мол, никто и никогда. Все и всегда. Макроэкономика таких ошибок не прощает. Да, не все гладко. Но мы поднимаемся с колен. Императорский бал, военные рельсы. Вот это послевкусие. Мемуары в кулуарах. Эклектика. Как же быть? Ответ очевиден. Утвердить белый флаг в качестве государственного. И жить припеваючи. Консолидироваться можно и вдвоем, и по вечерам, и на костылях. Вопрос в другом. Наступит ли Новый год? А почему в колонии одни руины? А у них все так. В головах руины, в сердцах руины. И снаружи одни сплошные руины. Никто ничего не строит, только проедает то, что построено до них. Главное, что всех эта разруха устраивает. Лишь бы стабильно. Как бы что ни вышло. Вот девиз эпохи вырождения. Быстро к лесу! Thank you.
Ну как он? На вылет. Отремонтирую, жить будет. Он уснул. Нужен покой и сон. Чего нарядился? С толпой слиться? Навестить одну сволочь нужно. Никак бредовая идея из головы не хочет. Подкрутить. Я много раз объяснял. Все устроено абсолютно правильно. Все работает на исполнение замысла. Ты не сможешь ничего подкрутить. Я не смогу сидеть, сложа руки, и молча наблюдать, как они мучаются. Нужно хотя бы попытаться. Хотя бы попытаться. Пусть там внизу хотя бы попытаются. Все нити оттуда. Пусть они хотя бы вот настолько попытаются и поймут, ради чего все это. Тогда все в один миг преобразится. А тут ничего подкрутить не получится. Я должен сделать, что должен. Ну, свободу выбора пока не отменили. Делай, что хочешь. Присмотришь за малым? Конечно. И не только присмотрю. Слушай, он там в шахматы. Любитель черно-белое совать. Ты объясни, что не нужно. И научи в силы играть, хорошо? Вот спасибо, мил человек. Подсказал так подсказал. Без тебя б ни в жизни не додумался, чему учить. Все, я тебя понял. Ты это... Увидишь своих, кланяйся нашим. Где болит? Где не болит? Да вообще ничего не болит. Сил только нет. Где я? Выпьешь бодрящего чая, силы появятся. Через пару дней будешь как новенький. А где я? Тебя кто научил вопросы по несколько раз задавать? Думаешь, я с первого раза не понимаю или плохо слышу? Ты в безопасности. Сейчас это главное. А где? Свой. Отошел по делам. Сделай дела и вернется. А пока... Ты в моей полной власти. Будем лепить из тебя человека разумного. А сейчас я что, неразумный? А сейчас ты дитя сердечное и любознательное. Но введенное в заблуждение мира сложностью. Видишь кошку? Я вижу. А ее нет. Видишь вокруг смысла? Я не вижу. А они есть.
И чего грустный? Мне кажется, скоро война. И что? Страшно. Война – нормальное состояние мира. Привыкнешь. Без войн мы бы давно вымерли все. Как это? А вот так это. В мирное время мы жрем, спим, все в норку тащим. Главное, перестаем чувствовать вечность и превращаемся в свиней. А лечится свинение только войной. Когда она приходит, все расцветает. Живо вспоминаем, кто мы и зачем. И снова начинаем слышать волю неба. Ну а все-таки, как думаешь, будет война? Нет, будет борьба за мир. Ну такая, что камня на камне не останется. Любитель шахмат. А что плохого в шахматах? Ничего. Кроме того, что шахматы – это ловушка для ума и сердца. Геополитика. Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. В контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные, псевдоископаемые. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка, наземная. А мир-то у нас трехмерный, поэтому выкинь шахматы из головы. Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник. Что это? Это силы. Игра, в которой отражено все, что происходит в мире на самом деле. Правда, вместо доски противник играет на умах и сердцах по всей планете. Но суть та же. Расстановка шести сил. Красный лев, желтый дракон, зеленый конь, голубая волчица, синий орел и наш фиолетовый медведь. Каждая сила по очереди совершает три хода. Задающий, определяющий и завершающий. Побеждает то одна сила, то другая. Победитель на время получает благоденствие. Проигравший также на время погружается в разрушение. И так партия за партией. Одни силы объединяются против других. Каждый раз в новом составе. Гремят барабаны войны, визжат революции, и все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули. Чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Народы умело стравливаются, и игра идет. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Предугадывать ходы противника и выстраивать свою игру правильно. Я буду играть за медведя? Ну, надеюсь, если не соблазнят иные. За последние партии медведь растерял все, что можно. За стол садить некого, не то что сражаться. Кругом одни менеджеры да аналитики.
Да какого тебе от меня нужно? Код доступа. Дуралей, ты же ничего не понимаешь. Нечего тебе там делать. Суете свои носы куда не надо, а потом ноете. Хребет вырву. Все, все. Нет, ты не понял. Да понял я, понял. Отдышаться дай, беспредельщик. Идиот. Потом не говори, что я не предупреждал. Что это? Это то, что ты добыл несправедливо. Не тебе о справедливости вякать. Надеюсь, здесь что нужно, и мне не придется тебя снова искать. В следующий раз могу повредить окончательно. Что не родилось, то и не умирает. Свободен. Все жалуются на отсутствие денег, на отсутствие ума никто. Ловушки видны только со стороны. Находясь внутри ловушки, не увидишь ничего. Внимательно смотри вокруг и различай. Задавай вопросы в пустоту. Каждый твой вопрос должен начинаться со слова «зачем?». Только постоянно спрашивая «зачем?», можно выйти по цепочке на самый верх главной тайне, разгадав которой все остальное станет понятным. Ты говорил, что воюю с мыслями. Как это? Злостных рецидивистов принимаете? Мы принимаем своих. Нам чихать, как их обозвала система. Ставлю самовар. За пределами смысла. На них все внизу держится. Смыслы невидимы, а вот зримо они проявляются через символы. Символы производят знаки. А разве символы и знаки – это не одно и то же? Нет, конечно, ты что? Это для незнающих все в куче, не перебивай. Знаки крутятся, вертятся, проникают в сердца, выполняют свою работу и рождают в человеках образы. Образы мелькают вспышками, плетут мысли и выходят наружу в виде слов, создавая информационные поля. Самое интересное. Незримое управление обслуживается вполне себе зримым – людьми. Низший уровень – административный. Это разного рода правители и чиновники, полицейские с дубинками и собаками. Одним словом, надзиратели. Их удел слова и законы, поощрения и наказания, политика и прочая шелуха. Надзирателями управляют технологи. Те, кто явно видят образы, подбрасывают бомбы, меняющие ход событий, знающие, куда при помощи образов направить энергию толпы. Третий уровень – орденский. Князья Солнца, не признающие времени. Они читают знаки и управляют сознанием масс. Подобны утренней росе. Вот она есть, а через минуту испаряется, чтобы появиться в другом месте. На высшем уровне управления те немногие, различающие символы, имеющие доступ к смыслам. Они регулируют план и исполняют замысел. Это нечисть, звездочет. Звездочет не потому, что звезды считает, а потому, что сутками напролет всматривается в небесную твердь и видит то, чего никто видеть не может. Но большинство-то живет умом и животом. И противник умело пользуется этим. Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть,
настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. Осталось только додуматься, как их заставить. Ладно, скажи-ка мне лучше, что это такое, с чем его едят. Это то, о чем я подумал? Я же не знаю, о чем ты подумал. Код доступа к вратам? Ну, если соглядатай не обманул, как им пользоваться? Странная мелодия. Я думаю, это то, что тебе нужно. А не побаловать ли нам себя этим прекрасным вечером? Чем-нибудь запрещенным? Пирог с сушеными абрикосами. О, не перестаешь удивлять. Ты где такую роскошь добыл? Та, старые друзья. Вкусно. А почему запрещенное? У нас летом их полно. А где это у нас? Ну, внизу, дома. Он что, снизу? Ну да. Что ж мы тогда разговоры затеяли? Свой привел. Наш человек. Будущий смыслоносец. Фух. Что ж ты сразу мне сказал? А можно мне еще кусочек? Можно, конечно. Это зачем? Свою сохраню. Он тоже любит запрещенное. Представь, Думина спрашивает. Работаете? Они мне сурово так. Работают рабы. Мы трудимся. О, кочегары пошли грамотные. А я? А ты отлеживайся, пока нарыбачишься еще. О, кочегары грамотные пошли, да? Играли. В кастах. Что? Не вы ли заменили касты вымышленными классами? Буржуи, пролетариат. Противник нашел зияющую дыру, вытянул нужные смыслы, перемешал символы и разнес ваше кастовое поле. Все перевернулось с ног на голову. Рабочие стали завидовать дельцам и захотели жить в изобилии роскоши. Дельцы решили, раз они всех кормят, то и управлять должны они. Воины скатились до уровня дельцов и променяли почет и славу на торгашество. А жрецы?
В любой войне, если противник умен, в первую очередь ликвидируют жрецов. У вас так и произошло. Кого-то убили, кого-то купили. Оставшиеся единицы забились в щели до нужных времен. Извечный вопрос, что делать? Поймите замысел, расставьте символы правильно, наведите порядок в кастах. Каждый должен быть на своем месте. Рабочий трудится и растит детей. Делец питает и распределяет. Воин защищает и управляет. Жрец разведывает и сообщает. Вот и все. Всего-то. Чем же заняты у вас? Все ждут царя. Им насочиняли предсказания. Вывернули как нужно. Они сидят и ждут, когда придет царь. А зачем им царь? А чтобы на него все тяготы переложить. Пусть все разгребает. А мы заживем счастливо. Продолжим жрать в три горла. И будем наслаждаться жизнью. Они на самом деле так думают, понимаешь? Им не интересно, заслужили ли они царя. Но шанс-то есть. Это же не конец. Одному кивнул, другому моргнул, а третий и сам догадается. Что это такое? Какой идиот додумался? Развязать! С кем приходится работать? Понабирают по объявлениям. Связать ребенка. Больно? Нормально. Болваны. А ну пошли вон отсюда! Тебе больше ничего не угрожает. Ты среди друзей. Я слышал, тебя в колонии арестовали ни за что. Не обижайся на всех этих мэров, пэров, премьеров, президентов. Жалкие несчастные люди. Они думают, что имеют власть и чем-то управляют. Мы позволяем им много красть и немного рулить штурвалом. На самом деле управляем мы, используя их. Князь, я солнце. Какие ты слова знаешь? Толково из тебя выйдет управитель. Что вам от меня нужно? Зачем я вам? Вот прям так сходу. Вижу деловую хватку. Ну ладно. Давай на чистоту. Люблю прямых людей. Ты парень хороший. Нам такие нужны. А предлагаю я, возможно, самое интересное в мире занятие. Участие в управлении ловушкой добра и зла. Самая главная и мощная ловушка. Несущий свет соорудил ее первой. Остальные уже от нее строились. Останови любого прохожего и спроси, кто стоит над силами зла. Все ответят. Сын погибели. Задай следом второй вопрос. А кто управляет силами добра? Уверяю тебя, все скажут. Сын Божий. Они смотрят. И не видят, слушают, но не слышат. Разве где-нибудь, хоть где-нибудь написано «Бог – это добро»? Нет, не написано. А что же написано? Что кричит с каждой страницы во все голоса? Бог есть любовь. Ну что им до любви? Что им какой-то там Бог? Их растили такие же безмозглые родители. Они отсидели в школах, окончили институты. Да у них же вот тут место любви высшее образование. Какое им дело до того, что написано? Между тем, и силами зла, и силами добра управляет Деница, князь мира сего. Тот, кто ответственен за исполнение замысла и исправную работу ловушек. Ну а мы так. Помогаем по мере сил. Спасибо за доверие, но я никогда не буду управлять ловушками. Я бы не спешил с крайностями. Нет ничего прекраснее играть в команде сильных и постоянно побеждать. Влачить жалкое существование в стане слабых – не лучший выбор. Подумай, не торопись с ответом. Нет прекраснее, когда слабый вдруг побеждает сильного. Thank you.
Ты знал? Мы намеренно пошли на речку и не взяли его с собой. Ну почему сразу намеренно? Скажем так, я не мешал этому. Но его же похитили. Похитили, пусть выбирается. Думаешь, его одного похитили? Многие хотят выбраться из плена, но скитаются похищенные по оврагам и болотам. Немощные, перебитые, жалкие. Жатва началась. Время последнего наступления. Поздно отсиживаться в безопасных окопах. Побывает в стане противника, наберется опыта. А я помогу выбраться. Рано или поздно встретились бы. И то верно. Каким не рад? Разве вам радость требуется? Или приглашение? Приходите. Куда и когда захотите. И тут ты прав, человек. Все так близко? Ну, ты заставишь. Что? Успел к этому миру привыкнуть? Да нет. Успел. Но кричите, мир плох и несправедлив, то печалитесь по нему. Чудаки. Что будет потом? Новый мир. Такой же. Прекрасный и яростный. Опять все сначала? Разве было по-другому? Никогда такого не было. И вот опять. Пора выбираться оттуда. Представь, что ты очутился посреди заснеженной степи. Наверсты вокруг ни души. Только снег, лед и ветер. И если я скажу, что в 50 верстах есть жилище, в нем очаг, горячая еда. У тебя появится надежда. Надежда запустит мечту. Дойти и выжить. Ты дойдешь. Будет нелегко, но дойдешь. А если скажу, что ближайшее тепло за 500 верст? Будет тяжело. Невыносимо тяжело. Но надежда остается. Мечта усиливается и становится еще более желанной. Ты соберешь всю волю, примешь решение не останавливаться, не спать и попробовать дойти. Ведь на кону жизнь.
Что же будет, если цель очень далеко? Скажем, за 5000 верст. А ничего не будет. Цель слишком далека. Дойти невозможно. Надежды нет. Мечта исчезает. Ты опустишь руки. Холод обнимет тебя. Забаюкает и умертвит. Ключ любой идеологии – мечта. Все идеологии искусственны, созданы для того, чтобы отвлечь от настоящего пути, заменить естественное на придуманное, заманить в ловушку и увлечь в игре целые народы и цивилизации. Человеком подбрасывается мечта средней досягаемости, так, чтобы не слишком далеко и чтобы не дойти. Как можно упустить? Суровые профессионалы. Он не мог выйти сам. Мои люди стояли на дверях круглосуточно. Здесь не обошлось без Архала. А вот вы противоветры могли бы и поставить. Что? Ты меня поучить решил? Учиться никогда не поздно. Найди и приведи! Посмотри на этих красавцев. С толку сбили и померли. Эти еще хуже учителей. Выгружают на голову тонны умного мусора. Выбрасывают полуправду. И какой результат? Мир летит в пропасть. А направление миру показывали философствующие идеологи. Так и хочется спросить. Ну что, человече? Помогли тебе твои умники? Дальше за меня расскажет твой знакомец. Только про абрикосы с ним ни слова. Он много лет провел в темноте за то, что абрикосовую косточку в кармане нашли. Даже сейчас рана не заросла. Тебя отпустили? Меня забрали. Иди за мной. А чем здесь пахнет? Чем-то таким... Сера. Не пахнет, а воняет. А почему воняет серой? Потому. Все, что мы здесь за века настроили, цветами пахнуть никак не может. Поэтому не перебираем. Дышим, чем есть. Витязь. Что? Он давно здесь сидит. Окаменел. Не помнит, куда идти и за что сражаться. Что это? Камень выбора. Три идеологии. Налево наше. Там все общее, но твоего нет ничего. Направо их. Все спорят, у кого кровь вкусней, да нос ровней. Прямо мое. Там каждый сидит за личным забором и кричит, что свободнее всех. Теперь он спит, никуда не идет. Называют это патриотизмом и думают, что так долго протянет. Витязя постоянно уводят в разные стороны. Лишь бы правильный путь не заметил. Исходил всюду, чуть не погиб. Всего истерзали. Мечты нет. Внизу никто не знает, куда идти. Все ждут. Авось вихрь враждебный стих. Авось пронесет. Не пронесет. Сидеть на месте – верная гибель. Наши дураки рвут глотки, доказывая, какая западня лучше. И никто не видит, что кроме влево, вправо, прямо, от камня есть еще два пути – вниз
вверх. Но это уже ось мировоззрений, а не идеологии. Противник ушел вниз и подтащил за собой. Идти вниз комфортно и сытно. Почти все туда рванули. У нас же только одна дорога. Через камень. Вверх. По тонкому канату. Пока этого пути никто не видит. Небо заставит даже высоколобых умников увидеть и понять, куда идти. Это все хорошо. Ты скажи, как их всех убедить? Не надо никого убеждать, уговаривать. Делаем свое дело. Остальное устроит канцелярия. Покажем образец. Как вообще все может быть? Запустим символы, все само сдвинется. Рычаг. Момент силы. Ты это откуда? Чего не в постели? Да я по лесу прогуливался. Надо же свежим воздухом дышать. На поправку идти. О, ума гляжу прибавилось. Принимай отремонтированного. Ну ты волшеб. Это обычные дела, просто атомы и электроны в прежней последовательности расставил. Ты там вроде свое что-то запасал. Точно, угостить сейчас. Хотел. Ну рассказывай. Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо? Одни сплошные чудеса. Нас с мелким розыском явили. Вроде как за поимку серьезно взялись. Да ну. Эти идиоты серьезно только за распил могут взяться. Больше ни на что не годны. Но побегать придется. Добыл, что хотел? Добыл. Может, все же откажешься? Я доберусь и подкручу. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Миллиарды творческих людей. Никто никому не завидует. Никто никого не проклинает. Только творчество и созидание. В общем, бестолку. Устал с дороги? Отведай нашего живительного абрикосового пирога. Архал. Он главный у медведя? Нет. Как бы тебе объяснить? Мы сами по себе постоянно скатываемся к поражению. Когда кажется, что все пропало, еще шаг, и медведь погибнет. Появляется некая сила. И отсюда. И все разворачивается в победу. Вот это и есть Архал. Видно, нас там безмозглых и чумазых шибко любят.
раз в последний момент присылают Архала. Зачем я здесь? Зачем я тебе? С получением знаний в сердце происходят необратимые изменения. Гаснет искра. А без нее к цели не дойти. У тебя она есть. Ладно, скажи-ка мне лучше вот что. Ты встретил невиданное животное. Как определить, кто перед тобой, хищник или травоядный? Ну, хищник или плотоядный — отряд плацентарных млекопитающих, состоящих из подотрядов. Так и успел набраться глупостей. Нужно на все смотреть пятнами, без подробностей, иначе ничего не увидишь. Солнышко светит — желтое пятнышко, травка зеленеет — зеленое пятнышко. Понимаешь? Все проще. У хищника глаза находятся на передней части черепа и направлены прямо, чтобы преследовать жертву. У травоядного же глаза находятся по бокам, чтобы вовремя заметить хищника. Ученые-мужи соберут консилиумы, симпозиумы, придумают кучу теорий и гипотез, запутают всех, и никто ничего не поймет. На самом же деле все гораздо проще устроено. Кстати, мы с тобой хищники, и нам пора. Хорошо сказал. Ты нам подходишь. Чего? И снова здрасте. Я сказал, живыми. Здесь ничего нет. Я видел источник в раннем детстве. Это такой огромный завод. Не могли же его уничтожить. Без источника внизу бы все рассыпалось. Может, его перенесли. Мне знакомо это место. Кажется, я был здесь раньше. Они называют это дежавю. На самом деле, все, что происходит сейчас и будет происходить, уже произошло и записано. Только мы этого не знаем. Память отключена. В системе время от времени происходит сбои. Информация просачивается в виде вспышки воспоминаний. Дежавю. Вот и все. Да мы были здесь. Мы же здесь встретились. Вон те же скалы. Здесь мы ели рыбу. Этого не может быть, потому что не может быть. Просто похожее место. Да нет же! Я уверен! Мы вернулись туда же! Вон там был указатель. Помнишь указатель? Слушай, я знаю ярус как свои 5 пальцев. Мы шли все время в одном направлении. Прошагали 10 квадратов, в которых я был не раз, а ты мне провернулись. Займи себя чем-нибудь и не мешай. Ты ошибаешься. Я точно знаю, что мы перешли на место встречи. Угу.
здесь смертный? Может, приглашал кто? Иофил, мы звали сюда эту кучку гостей и нервов. Не было такого, Бас. Не звали. Он сам приперся. Сам, значит. Ах да, ты же собрался здесь все подкручивать. Да будет тебе известно. Не бывает даже малейшей случайности и совпадений. Система во всем и везде. Хороша ваша система. Так это мы виноваты. А, строители руины бараков. Это же вы, лебеди из разной постройки. Кто мешает узнать, что нужно строить? Кто не дает понять грандиозность замысла? Может, мы? Иохим, это мы мешаем двуногим насекомым оставить болото и стать творцами? Нет, Бас! Они сами городят, что попало. После сами все рушат и ищут виновных. Ты слышишь? У нас другого материала нет. Работаем с тем, что вы направляете. Перерабатываем и возвращаем вниз. Исполняем любые ваши желания и мечты. Кто же виноват, что они у вас насквозь такие? А ты задумывался, что будет, если разгрузить вас от тяжести? Убрать пороки? Что будет, если прекратятся войны, если мы свернем ловушки? Вы же сожрете все вокруг, а потом приметесь доедать друг друга. Вам же всегда мало. Ты видел, что бывает, когда они расчеловечиваются? Тебя и таких, как ты, первыми пришьют гвоздями креста. Нет. Он, конечно, назовут вашими именами проспекты и бульвары, но распнут, как пить дать. Будь уверен. Мальчик увидит все, что задумано, а для тебя проход закрыт. И не понял ничего. Разговор окончен.